Алея Ігоря Олександрова в парку Шовковичний радує око відсутністю сміття. В суботу зранку тут вже кипіла робота. Слов'янські журналісти зібралися, аби прибрати на алеї листя і сміття. В 2014 году журналисты Славянска посадили эту аллею рябиновую и назвали ее в честь журналиста Александрова. И вот в течение 3 лет каждую весну мы собираемся здесь и убираем грязь, а наши рябины растут. Ну, конечно, они растут благодаря уходу и вниманию, и это прежде всего и Василий Чернобровый, и Геннадий Плотниченко, и Паша Каратенко. То есть это те люди, которые сюда приходят не только во время субботников, но и просто посмотреть, подстричь, подкопать и поухаживать за этой аллеей. Инициатива, которая проведение нашего субботника, очень хорошая и уже имеет свою традицию. Вот поэтому мы поддерживаем и с удовольствием работаем. И видите, очень много наших коллег пришли, помогают нам. Поэтому и погода сегодня нам помогает. Поэтому этот труд для наших горожан, для нашего города. Я думаю, что пройдет 5-10 лет, эти деревья окрепнут, вырастут. Вот. И вот я несколько раз был летом здесь. Здесь гуляют мамы с детками. От молодіж. Цю сурову зиму алея майже пережила. Із висаджених восени дерев 4 потребують особливого догляду. Але активісти числа журналістів не засмучуються. Стараюсь приходити кожен раз, коли приглашають. Іноді виходить приходити і навіть чаще в вузькому кругу на цю алею немножко щось поділити, немножко щось поробити. Приємно, що сьогодні всі тут журналісти опять зібрались. Организации с разных изданий. И вот это наше детище, аллея имени Игоря Александрова, мы ее приводим в порядок. Вот, поэтому обращаюсь к горожанам. Как в большой квартире. Вот каждый по своему кусочку берет, убирает, и тогда будет общий порядок. Серед постійних учасників суботників і Галина Олександрівна Жевжик. Вона впевнена, саме від мешканців залежить порядок в місті. І зазначає, краще прибирати, аніж сидіти на лавці. Любая инициатива связана, чтобы улучшить как-то нашу жизнь, конечно, тем более парк. А для меня грабли – это жизнь. Так що. Учасники суботнику в парку на алеї Ігоря Олександрова мають намір і надалі наглядати за нею, аби ця ініціатива була добрим прикладом для містян і гостей Слов'янська. Так сложилось, що сьогодні робота журналістів дуже відповідальна і востребована обществом. И мы очень часто пишем и о проблемах, и о каких-то негативных, что ли, общественных явлениях. Конечно, о войне, конечно, о переселенцах. И вот такие вот мероприятия, когда люди просто помогают городу, когда просто убирают этот город, ну, воспитывают чувство патриотизма и в нас самих, и в людях, которым мы об этом рассказываем.